Всем привет! С вами Чумной Доктор, и мы... Кстати, ну-ка. Понятно, так. Субоночно, что? Мне вот интересно, как они здесь это реализуют. Травы и его спутники отплыли в Калиндор на угнанных кораблях, на открытом море их внезапно настигла сильная буря, чтобы избежать потери флот. Трал приказал высадиться и переждать бурю на одиноком острове, так, кстати, оказавшись поблизости. Нажмите любую клавишу. Ай да. Я надеюсь, вот на этих моментах FPS не проседает. Йоп. Аж плохо немножечко. Повезло нам, что мы нашли эту бухту. Иначе мы бы вряд ли пережили бурю. Вождь, мы потеряли половину флота. Оставшиеся корабли сильно повреждены. Тогда разобьем тут лагерь. Кажется, мы на этом острове надолго. Вождь, я чувствую какую-то странную магию. Опа, волчьи усадники появились. Вот источник этой магии. Глаз. За нами следят. Глаз Сарумана. Это вы. Сэнджи. Вы являлись мне в видениях. Я запомнил тебя, предсказатель. Или это мой старческий разум шалит? Этот тролль явно пересидел на острове. Мы не твой вымысел, старик. Меня зовут Трал. А я Сенджин, главный у троллей. Тролли всегда немножко Раньше того. Раньше на острове были только мы, но недавно тут разбил лагерь Альянс. Вам лучше быть начеку. У него глаза лежат. Альянс? Да, Опа. Да, они охотятся на нас днем и ночью. Их патрули рыщут по всей округе. Скоро они и вас найдут. Нет, мы найдем их первыми. Нельзя, чтобы их патрули доложили о нас на заставе. Локтар, братья, вперед! Удачи, друг. Сейчас меня ждут важные дела. Но скоро мы увидимся вновь. Вообще, он вообще старый какой-то. Опа, тролль за нас, да? Есть золотой рудник? Есть. Нужен мне один батрак. Духи неспокойны. У тебя не появилось? Чем могу Нет. помочь? Волки. Вождь. Волки появились. Ну-ка. Готов вкалывать? Да. Так, построим нам, здесь вот деревья. С удовольствием. Локригар Ногал. Хорошо. Стражевой идол. Пора за дело. Глязик. Дабл. Готов вкалывать? Готов? Ай да, пошли. Так. Ага, это есть, это есть. Ну давай-ка... Я вождь. Опа. Моя жизнь. Привет, дружище. Сенджин говорит, ты поможешь нам разобраться с Альянсом. Тут еще одна проблемка. Раньше воды этого источника были лечебными, но странный газ из-под земли отравил его. Сенджину бы пару травок раздобыть, и он сделает противоядие. Поможешь? Конечно. Здесь у нас... Опа, нифига себе. Моя жизнь принадлежит Орде. Ео, просто. Какой же ты урод, а? Работа сделана. Духи неспокойны. Ай да, потихонечку. Опа, людишки. Сила и честь. Это же те орки, что угнали корабли с материка. Высылайте подкрепление! Морская пехота получилась. Морская... Опа-опа-опа! Опа, братва! Пора за дело! Нашу базу напали! Жизнь принадлежит... Давай, бугай! Чего хочешь? Я верю в тебя, что ты там справишься один. Хорошо! А? Духи неспокойны!
успокоились. Приказывай. Локригар Ногал. Пошли потихонечку вниз. Так, 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 так. Используем потихонечку колбу. Начинаем. Так. Какие здесь газы, блин, я с земли. Я вождь. Сила и честь. Хорошо. Готов вкалывать? Хорошо. Опа. Да, был. Успокойтесь, сила Ого. И честь. Учебное зелье. Запомнили. Вперед. Готов вкалывать? Да, был. У них, по идее, вообще не должны молнии действовать. Ну, ладно. И честь. Чего надо, хозяин? С удовольствием. Сделаю. Локригар нога. Жалко, что топы долго не хранятся. Здесь что у нас есть? Хорошо. Исследование завершено. Людишки сейчас не побегут, блин. Хотелось бы, чтобы они прямо сейчас напали. Трау! Я вождь! Не тупи, пожалуйста. Да. Тупит. Дело. Тупит. Что прикажешь? Духи неспокойны. Сила и честь. О, собакены. Хорошо. Твой час пробил! Работа сделана! Навычевкость. Я вождь! О, это такие глиняные гайки. Господи! Да? На нас напали! Пора за дело. Расселены уже исходят паром. Значит, и вулкан скоро проснется. Ой, я вижу новую базу, может, где построить, или чего. Локригар, но... Ох ты ж, ёпты, я даже его не заметил. Блин, так. Мудрый план. Дабу. О, сила волки. И честь. Прикольно. Локараш! Хорошо. Дабу. Че это? Хижина гномов. Здесь живут огры. Огры Громила. Громила. Духи неспокойны. Моя карта восьмя когда-нибудь приканает. У него цеп. Пора за дело. Молот Рока! Сила и честь. Опа. Сила и честь. Ну, еще опять... А, нет, день наступил. Так, нам нужен один рабочий. Давайте-ка задание выполним, чтобы бойцов подхилить своих. Говори, вождь! Я вождь! И давай-ка он туда беги. Так, батрак, батрак! Ты куда в добровольце, что ли, записался? О, волчары проснулись. Локригар Ногал! Чего хочешь? Я вождь. Дабу. Так, там у нас... Хорошо. Блин, он сейчас, если он сейчас активирует этот берсерк, то будет плохо. Хорошо. Да, активировал скотина. Я могу строить разрушителя по залу. Ох, чёрт. Пора за дело. Сила и честь. А, это катапульта. Исследование завершено. Что, давай их сделаем?
чтобы этот... Хозяин, приказывай. Учитесь, ребята, пожалуйста. Духи неспокойны. Да? Постройка мне... Готов вкалывать. Зверинец. Хорошо. Здесь есть что-нибудь постройка? Нет? А, вы вернулись. То, что вы нашли, мне отлично подойдет. А ты шаман, однако. Теперь наши воины снова могут лечиться. Вот тебе за труды. Мелочь, конечно, но хоть что-то. В этих идолах целительная сила. Они тебе точно пригодятся. Спасибо, братан. Локригар Ногал. Сила и честь. Надо еще двоих волков. Волков сделать. О, это же братва. Локригар Ногал. Опа, это уже не. А это не братва уже. Опа, с ними целитель. Хорошо. Жрец. Чем могу помочь? Чудо, что за херня еще, блин? Йети! Серый человек! Застрял? Духи неспокойны. Че это там застрял? Работа сделана! Дабу. Хорошо. Исследование завершено. Твой час пробил! Что-то альянс у вас... Да, вождь. Я вождь. Чего надо, хозяин? Наличка что-то. С удовольствием. Ваше вроде волчий всадник. Как я не помню, как он назывался правильно. Сила и честь. Я вообще две катапульты бы еще сделал. Да. Да, да. У нас мало древесины. Ты заколебался, древесина. Духи неспокойны. Только скажи. Локригар Ногал. Тут же дальше это будет мурлоки. Типа они здесь приношения, все такая хрень мунья. Сила и честь. Ну, армия у нас не маленькая, если честно. Ну что? Хорошо. Тоже братва. Это. Нет, это не братва. Это уже не наше бро. Хорошо. Работа сделана. Дальше больше здесь не будет. Работа сделана. Сила и честь. Там уже база, да, у них? Дабу. Ты желтый добывай. Дерево руби. Не, щит молнии не особо полезный, я сейчас скажу. Исследование завершено. Что нужно? Пора за дело. Что-то бежал, Хирси. Хирси, давай, парень. Я о, смотри, как убежал, а. Сила и честь. Хорошо. И там стоят, смотри. Хорошо. А ну, пошли. Говори, вот. Духи неспокойны. О, еще наше было. Ёпост. Да, был. Сила и честь. Ща. Куда пойдем? Да. Понял.
Гнолики стоят. Я вождь. Гнолики стоят. Жахнет. Локригар Ногал. Опа. Нихуя себе шакал, блин. Сейчас мы все прилетим. Хорошо. Дабу. Фолиант интеллект. Как раз ты разумник у нас. Сила и честь. Давайте сюда обратно. Баллисты. Ой, сейчас мне кажется, вы нарветесь. Дело. Куда не стоит. Никто не уйдет. Опа, опа, уже герой пришел. Какая поразительная наглость. Все, на что вы можете надеяться, варвары, это мучительная смерть. Ага. Тоже только на это можешь надеяться. Приказывай. Локригар Ногал. Так. Бам-бам. Я лучше уничтожаю их. Сделай бум. Да. Опа, 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 опа. Еба, смотри, кто бежит, офигеть. О, прикольно сейчас сделали. Нифига, серьезно? Уже обычный этот, блин. Только скажи. Все, вот и все. Чем могу? Мы выиграли. Сейчас что будет? Зарду, ребята, давайте. Будьте настороже. Битва еще не закончена. За нами явились ходячие рыбины. Я офигеющий дохрена смысл к их. Ваша никчемная магия больше нам не помешает. Свободные. Офигеть. А, чё ты их больно дохрена, вообще их дохрена с моей скукой, блин. Вот уроды, блин, вот их реально уродами сделали, блин. Чё там, следующая миссия какая? Плавающие подземелья. Здесь, по-моему, 5 миссий должно быть. Там потом сейчас будем запекать из подземелья, а потом обороняться, насколько я помню. Ну что ж, спасибо всем тем, кто смотрел. Всем пока. И не терпится дальше играть. Увидимся.